Знаете, Денис, когда у вас здесь, если вы здесь послабы. На этом люди наши крепкие спали. Зачем тебе кто? Это увидел, подорожник вспомнил. Когда этот ран остановился, подорожник клеил. Туда не ходил. Так, а как там? Четко. Прямо с горы уходит. Подвиги. Попей попозже. Вот такая красота. В этих горах заболеть чем-то невозможно. Моля вот сейчас сидит, отдыхает, горилла пьет. Горы и так тебе энергию дает. Плюс горилла. Что с тобой сейчас будет, я не понимаю. Сейчас будет спуститься, сейчас шашки играть. Играем, все. Шашки не будем. Не узнаем, делали он эти вещи. Не знаю, где мы находимся, где-то было. Говорят, за этими горами Чечня, короче. Да. Как будто никогда ты это не видел, вот так снимаешь. Брат, когда будем кушать? Все, сейчас скоро. Все. А? На видео просто. Эй, вас что, месяц не кормили, что ли? Все, хватит. Голодного края сбежали. Анину поставлю. Испан, а сегодня просто работаю. Ну, идут халу, а ну. Сейчас составом проверим твоего плова. И оцени, да? Да, я оценю. Потом я вожу, а прикинь, подкинь. Если что плов не кушаешь? Налит халу. Сварода взяла. Да, да, да. Тушку будет запах. Пахнет не кучани. Ай, хорош. Сегодня, короче, Мевлюд нас балует. Сейчас посмотрим, что будет. Это у нас концовка. Там плов был, еще что было? Тут... Плов был, соус был. Соус это в чем готовился? Афганский казан. Да. Сейчас чай. Кто крепкий любит чай, скажет. Сейчас догоняемся. Давай мне тоже покрепче, пожалуйста. Да. Спасибо. Тари, подожди. Заглушки, посмотри. Романтичные же есть. Вверх идет она. Чувствую.